Я могу сказать, я анализировал данные, полученные нашими наблюдателями. Так вот, вопрос, что влияет на вероятность того, что наблюдателя не выгонят к концу дня. Влияет, во-первых, его возраст. Молодых меньше выгоняют, потому что молодые обычно более настойчивы, с одной стороны. И с другой стороны, влияет число наблюдателей на участках. Если наблюдателей много, то да, конечно, если совсем ушлый председатель комиссии, он всех выгонит сразу же. Но они бывают ушлые, они бывают не совсем ушлые, они бывают чуть-чуть более робкие. И это вопрос количества, и это вопрос там процентов. Да, если мы добавляем еще одного наблюдателя, если этого наблюдателя, значит, солидное лицо, значит, дорогой костюм, и он, так сказать, так вот выглядит, как председатель совета директоров банка, то его выгонит сложнее, чем если он выглядит как студент. То есть, да, это вопрос как бы качества наблюдателей, качества их подготовки, их мотивированности, их возраста и так далее.